Американские биржи закрыли среду в глубоком минусе. Индекс Доу Джонса, главный показатель деловой активности в США, потерял 2,21%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ 3,41%. Поводом для распродаж активов послужило очередное падение на рынке нефти. Цена мартовского фьючерса марки Brent впервые с 2004 года ушла ниже отметки в $30 за баррель. Поводом стала статистика из США, где запасы горючего оказались больше прогнозов. К тому же власти Ирана заявили, что намерены выйти на рынок нефти уже в понедельник после снятия санкций и продавать ежедневно 500 000 баррелей.